От що стається від руського міра, коли він приходить на Україну. Вон трупачок лежить згорівший. Вон, дивіться, вон лежить. Сережки отривав. Русский! Парня, виходи! Виходи, будеш жити! Як ви восстали, беріть, пожалуйста! Дякую, дякую, ще дні не закінчуються, це тільки... Продовження. Просто продовження, гляньте. Купони брали. Ось, дивіться, купони. Українські купони, ви розумієте, колишні? Нащо вони їх брали? 50 купонів, 100. І саме головне, везли додому дітям іграшки. Мабуть, в Росії мало платять. От. Ну, розмародерили магазини місцеві. Це Нова Басань. Велосипеди, удочки, ми зараз вам покажемо. Хід. Сковородка, тефаль. У них таких, мабуть, вже не будуть продавати. Руки за спину. Самий шанс, блядь, як тебе зречі, бачиш? Шапку на очі. Піднімай голову. От шестеро били, мародьорили нашу неньку Україну. В украинскую редакцию «Радио Свобода» обратилась гражданка Российской Федерации Анна Данилова. Она ищет своего мужа, военнослужащего армии России Ярославцева Александра Петровича 1974 года рождения. Он принимал участие в боевых действиях на территории Украины на Черниговском направлении возле села Новая Басань. Я уже знала, что был бой, серьезный бой, именно наша часть. И вот ждали информации. В части мне сказали, что все сгорели, собирать нечего. И тут же вот 4 апреля, 4, 5, 6 апреля он представился воин ВСУ Влад. Сначала, с агрессией, конечно, со злостью, там все. Я объяснила, что, вот я вот простой человек, мы вот никак и нигде. Потом мы начали с ним, он уже более добро разговаривает, скажем так. И он сказал, что выжил. Выжил, но таким, как он есть, я его не увижу. Я говорю, я его как? Мне без разницы, руки, ноги, что там, какое ранение, я же не понимаю там. Вот. Не таким, другим. Говорю, я готова приехать, я готова все это. Вот. И вот уже 6 апреля мы последний раз разговаривали, он сказал, что мы отсюда уже уходим, я с вами свяжусь. Вот. Я уже знала, где бой был, начала звонить местным жителям в это село. Тогда еще у нас была связь, то есть мы могли звонить в Украину. Сейчас нам все заблокировали. Вот. Я узнала, что раненые наши, значит, там кто успел, убежали, ушли, взяли в пленных, и много было погибших. И когда местные жители пошли собирать тела, они увидели, что жив. Жив, и отвезли его в больницу. Я начала звонить по храмам. В Черниговской области храмы православные. В один позвонила, там в другой звонила. И тоже где-то гадости говорили, где-то там, всяко. Разные же люди реагируют. Потом один батюшка согласился. Вот, объяснил ситуацию, он согласился и сказал, что в больнице. Я только знала село. Новая Басань, да? Новая Басань, да. Какие-то у него документы были. Как они опознали, что это ваш муж? Вот я тоже задавалась этим вопросом. У него, когда они... Их же как на учение же заводили, документы все позабирали почему-то. И вот это было 23 февраля. Вот, он сказал, что их заводят на учение, как на Горном Карабахе. Вот они стояли между двух сторон. Вот, он говорит, мы здесь также зайдем, то есть этот... А потом он позвонил мне 3 марта, и сказал, что здесь все не так, что, я так поняла из разговора, что вообще все не так, и они не там, где они должны быть. Нельзя же нам, как по телефону, он говорит, нельзя долго много разговаривать, что это все не то, это все не так, и не слушай, в общем. Продовження, просто продовження, гляньте. Купони брали, ось, дивіться, купони. Українські купони, ви розумієте, колишні? Нащо вони їх брали? 50 купонів, 100. І саме головне, везли додому дітям іграшки. Мабуть, в Росії мало платять. От. Розмародерили магазини місцеві. Це Нова Басань. Велосипеди, удочки, ми зараз вам покажемо. Хід. Сковородка, тефаль. У них таких, мабуть, вже не будуть продавати. От, БКшечку заберемо. А, це, кстати, забита БКшечка. Да, давай візьмемо. И вон еще одна БКшечка. 2 марта Генштаб Украины сообщил, что на Черниговском направлении противник остановлен. На Нежинском направлении осуществил перемещение в направлении Новая Басань и Козелец. У них, когда уходили, они такой телефон берут, такой обыкновенный, такой без камер. Вот мы их тапики зовем. И там на телефоне была такая бумажка, написано «Ярославцев, АП», вот, номер телефона. И он лежал в вещмешке. Вот. А еще вот этот вот Влад, ну вот воин ВСУ, он сказал, что он разговаривал. То есть, может быть, перед ранением там как, или как ранение. Как. Я вот не понимаю немножко, ну, он не до конца мне все рассказал, но меня всегда, говорю, этот Влад, он прям был уверен, что это именно мой муж. Вот. Ну, до конца-то я тоже не верила, потому что тут всякие же нам тоже всякие слухи ходят, что издеваются над нами, и все, и все, и все. А Влад как понял, что это ваш муж, этот вот военнослужащий украинский? Ну, вот он сказал, что вот телефон. Потом, ну, таких особых примет я просила и фото, видео. Но присылали фото, видео не Александра Петровича, а других, вот, ну, кто там погибшие, вот, все ихние фото. Я так и не могла же понять, что это именно мой муж, а не какой-то другой выжил. Вот. А потом это мне только батюшка уже сказал в больнице. Мне сказали, какой характер ранения, все. Потом единственное, что когда вытащили трубки, он сказал «Аня». То есть, если он так был ранен, ну, как вот врач сказала, кушай сам, писи, ну, простите, в туалет нужна сам, не под себя, на ноги встал. Нету зрения, память повреждена. Не может говорить, но Аня же он сказал. Может, он не помнит, кто такая Аня, а помнит просто вот Аня. Вот, и это было вот как раз 23-го, мне кажется, а Влад мне позвонил 25-го. 25-го какого месяца? Апреля. И все, а потом я еще надела с этим Владом как-то, ну, связь, а потом он пропал просто, я с ним больше не созванивалась. А потом вот батюшка уже позвонил крайний раз, он 1 июня, и сказал, что забрали люди в военной форме из больницы. И все, больше информации нет, и все пропало. Нова Басань, утро. Взяли чай села. Вже починаємо займатися трофейними ділами. Вон уже тянуть. Пацани вот бедера знайшли. Половину села. В тот момент, когда мне позвонили, я общалась с Владом, у Александра Петровича брат, ему позвонили с другого номера, зовут Миша. Он сказал, что он тероборона. Я не очень понимаю, что это. Вот. Он сказал, что он тероборона, что наших убили и 15 человек закопали. Редакция связалась с Михаилом. Он подтвердил, что был в Новой Басане в составе ВСУ, видел погибшего российского солдата Александра Ярославцева и его документы. Михаил по телефону сообщил родственникам, где похоронили Ярославцева. Ну, что наши военные... Погибших бросили, а сами ушли, убежали. Вот. И сама могила, значит, 15 человек находится в Новой Басани на выезде в сторону Перемоги. То есть он позвонил и говорит, это ваш родственник? Ваш знакомый погиб. Да, ваш знакомый погиб. Да, и, ну, там что... Да, закопаны, как они там, закопаны в схроне как-то, вот, 15 человек, мы их там закопали. Тёниный автомат, десантура, уходили, бросили тупо своих просто. Они на беттере вырывались, естественно, вот что получилось, догорают. Потом, значит, мы уже здесь с девочками с части, ну, сгруппировались и начали искать вот видео, вот все, кто-то погибших находили своих, там в тележке есть наши мальчики. Потом мне присылали, ну других. Вот, то есть мы как-то, ага, вот нашли, разобрались, кто где лежит из наших, ну, с нашей части. И стали выходить на Новую Басань. С нами, опять же, никто же не разговаривает. Ну, в общем, там как-то через Крым кто-то из девочек как-то вышел на одну из женщин в Новой Басане. Она нам сказала такую информацию, что там 4 захоронения. наших ребят 4 захоронения. И мы с ней крайний раз переписывались, это уже был сентябрь, да, в начале сентября. Опять же, мы просили координаты, видео какое-то, фото. Она говорит, мы просто боимся. Она сказала, что она пометила какими-то ленточками. То есть вот эти 4 захоронения наших ребят. 31 марта в ВСУ освободили населенный пункт Новая Басань на границе Черниговской и Киевской областей. А в полицию нашу украинскую вы не обращались? Все перекрыто. И через VPN у меня уже как-то там вот, ну, знакомые, кто разбирается, я немножко... Все, вообще все закрыто. То есть я отправляю, я пишу, я везде все. И приходит пик-пик и пик-пик. Ну, то есть ошибка, ошибка, ошибка. И номера телефонов, которые тоже звоню, тоже все выбивает. То есть просто пик-пик-пик-пик, сбои идут, и все. Получается, как один человек говорит, он погиб, мы его здесь закопали, а второй человек говорит, что он выжил, и вот отвезли в больницу, и вы параллельно еще нашли местных жителей, которые вам подтвердили, что его отвезли в больницу, да? Влад же мне тоже сначала не говорил, что выжил. Он как бы говорил, вот, там, вы зачем пришли, вы сюда прислали, там, своих. И когда вот мы с ним уже начали, ну, долго, вот я говорю, мы 3 дня разговаривали, не по одному разу, долго, и все вот. Он говорит, у вас дети есть? Я говорю, нет, у нас детей нету, там, я говорю, вот это вот, ну, все, что есть. Но я до сих пор голос помню, потому что этот голос мне сказал, что выжил. Конечно, я помню голос. Если они есть, эти захоронения, они уже давно рассказали полиции, полиция будет делать раскопки, эксгумацию. Да, мы не можем добиться этого. Мы не можем добиться. Мы добиваемся этого. Вот мы в Москву уже ездили, и здесь мы уже сколько писали писем, очень много. Если это уголовно наказуемо, значит, я сяду, только верните мне мужа, чтобы я его забрала оттуда, а потом пускай я буду сидеть. Пускай, если это... Я просто хочу вернуть своего мужа из плена. Куда мне еще пойти, кому еще достучаться, что мне еще сделать? Президенту Российской Федерации... Москва, улица Ильинка, 23/16, подъезд 11. От представителей в интересах мам, жен военнослужащих армии Российской Федерации, участвующих в СВО на территории Украины. Девочки вот опять едут в часть нашу. Я просто физически уже, ну, совсем похудела, болею. Не могу двигаться, далеко очень ехать мне. Вот. Они завтра опять туда едут, то есть приезжают с Питера родители, с Дагестана, с Москвы, командиру части. Они ничего не делают. Нам командир говорит, сторона не подконтрольная, и мы не можем договориться. Но нам говорят так вот, как мне лично сказали, что я должна, это мне сказала ФСБ и военная прокуратура. Я должна сама доказать фото, видео, что он жив. У них нет официальной полномочий делать запросы на Украину. Вот. То есть я должна все это доказать сама. И тут же с меня взяли подписку в прокуратуре. Если я общаюсь с Украиной, то 7 лет. Вот. В смысле? То есть это... то, что мы с вами общаемся, это 7 лет? Да. Да. Это вот настолько, вы понимаете, вот настолько... Мне просто надо использовать с вами вашу запись. Все полностью используйте, всю мою запись, все мои... Данилова Анна Николаевна. Вы даете разрешение? Все, что нужно, полностью. Я могу вам написать это разрешение, если вам требуется для этого. Я могу написать вам это разрешение. То есть мне нечего терять. Я медленно умираю. Я просто медленно умираю. Вот приступ был. Просто, ну, просто падаю и отключаюсь. И если я не найду, я просто молю Бога, что каждый день дал мне сил. Вот, ну, еще денечек и еще... И еще денечек, чтобы были силы, чтобы найти. Я не знаю, как мне еще доказывать, какие телефоны звонить, куда писать, кому как кричать. Я позвонила по тому номеру, который вы дали, с которого вам звонили. Ответила женщина. Это мама Влада. Влад погиб 3 числа, 3 мая. Я с ней вчера общалась. У нее на видео в телефоне очень много разного видео. Не ее, а на телефоне Влада. Много действительно есть пленных и местных жителей этой Новой Басані. На телефоні Владислава є записане відео, як вони в Новій Басані брали 6 полонених. Як вони взяли їх, як є відео, як вони приводили... Пізнавати людей з села, цих полонених. Я знаю, що була розмова, що телефонували батькам, тому що Владислав сам особисто мені, він розповідав, що коли вони телефонували до мамів полонених, що приїжджали, забирали своїх синів і розповідали, що їхні сини тут робили на нашій території. Я знаю, що територіальна оборона під керівництвом Владислава, вони взяли цих 6 полонених, але далі вони їх передали ЗСУ. Светлана Стадник поделилась с нами видео, которое было в телефоне ее сына Влада Стадника. Пересмотрев все файлы, мы увидели мужа Анны. На видео мужчина представляется Ярославцев Александр Петрович. Руки за спину. Дай закрой. Шапку на очи. Вот, голову. Вот 6. Били, мародьорили. Нашу неньку Україну, які приїхали, сказали, що ми тут бендери і нас будуть бити. От до чого вони дожили. Ось їх старший. Підніми. Фамілія, ім'я по батькові. Фамілія, ім'я, отчество. Ярославцев Александр Петрович. Ярославцев Александр Петрович. Редакция «Крым.Реалии» направила запросы в официальные органы Украины. В Национальном информационном бюро, которое ведет реестр военнопленных, сообщили, что информация про Ярославцева Александра Петровича 1974 года рождения в реестре, цитирую, военнопленных врагов отсутствует. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными ответил, что у них нет информации касательно Ярославцева Александра Петровича. Служба розыска общества Красного Креста сообщила, что к ним не обращалась Данилова Анна по поводу поиска своего мужа. В Новобасанской громаде редакции сообщили, что в сентябре все тела российских солдат, которые были закопаны на территории села, эксгумировали следственные органы. Был ли среди этих тел ярославцев, неизвестно. Мы не хотели ничего этого. У нас все, кто вернулись оттуда, кому повезло, очень мало вернулось с этой Басани. Это был, видимо, первый бой. И то они как бы, я так поняла, что в бою-то они не были, они где-то стояли там, а их оттуда выводили через эту Басань. И все, кто вернулись, все уволились. У нас больше нет части. Все просто уволились, потому что все были в шоке. Никто не поддержал, нет оправдания таким действиям. Это я говорю вот за себя и за тех, кого я знаю, и те, кто вернулись с этого боя. Я с ними разговаривала, чтобы узнать подробности. Я в ужасе от всего этого, и оправдания этому нету. И я не понимаю наших русских людей, которые кричат «давай вперед» и вот это вот все. Последнее сообщение гражданки Российской Федерации Анны Даниловой в редакцию было о том, что ее преследует ФСБ и что она едет в марш по России. Здравствуйте, даже имя ваше боюсь говорить, потому что по мне работает наше ФСБ. Я на задние стекла автомобиля навешала плакаты и выехала в марш по России о том, чтобы вернуть, если он там умер, вернуть наши тела и прекратить этот... Я вот слово «геноцид» недавно узнала значение. Некрасивое слово. Я просто еду по России с маршем. А ФСБ меня преследует. Мне сказали, что меня посадят. А что меня сажать? Я уже, ноги отказали уже от нервов.